Развивайте. Я тебя прошу. Вот твои земляки тоже здесь. Я тебе клянусь, я одного мальчика тоже, твоего национальности, армянина. Он не умел даже пить ручку. Я вам покажу его работу, которую он делает. Я 2 месяца с ним всего лишь работал. Я тебя прошу, не ленись. Я знаю, что ты пахнет не пашешь. Я тебя приглашаю к себе в лагерь. Видно. Вот, это нормально все, мы потом все обсудим, бороду. Все нормально. Если это бокс, значит, это все четко. Все четко. Спасибо, а то все, брат. Просто вкратце не могу. Видно, что ты спортсмен.